Всем привет! Это видео будет о куртке Jack Wolfskin. Вот такой вот желтенькой. Наверняка вы ее видели в магазине, эту куртку. И, скорее всего, вас удивила необычайная цена за этот продукт от этой фирмы. Вам привет от моей дочки, которая за кадром. Ну и обо всем поподробнее. Думаю, видео вам понравится, зайдет и будет как повод покупать или не покупать эту куртку. Начнем с того, что куртка очень теплая. В ней катастрофически много карманов, полезных карманов. Два наружных, грудных. В левом наружном грудном кармане есть потайчик, очень удобный. Карманы глубокие, залазят туда полностью руки. В обыкновенном месте карманы, соответственно. И в левом тоже есть очень удобный потайчик под телефон, под ключи. Внутренний карман огромен, он удобный, и никогда оттуда ничего не вылезло. И еще один карман на застежке молнии, здесь без потайчика. Значит, низ на застежке, застежка крепится сама к полам куртки. Вот. Что еще хотел сказать? Вот здесь есть какой-то зацеп для непонятного чего-то. Очень удобный капюшон. Здесь была опушка еще, но я ее снял, она не нужна. Вот, собственно, высокий ворот. Очень удобно он, значит, держит тепло. И вообще вместе с капюшоном и без капюшона куртка крайне теплая. Я хожу зимой в ней без футболки, ну и, вернее, без кофты, просто на футболку. Ну и на этом, собственно, плюсы этой куртки заканчиваются. Значит, визуально, что мы можем наблюдать? Куртки 2 года. Вот так вот выглядят рукава. Один и второй рукав точно так же выглядит. Вот, посмотрите. Это не то, чтобы я грязнуля, а эта куртка очень сильно морается. Значит, после очередной стирки она пооблупилась вот таким вот образом, смотрите. Вот. Какие-то просто штуки непонятные. Ну и в целом морается очень сильно. То есть вот на карманах, посмотрите, где постоянно руки, здесь, конечно, просто кошмар. Значит, что хочется сказать еще из плюсов. Вот здесь вот флисовый на воротнике, такой вот подбородок, так скажем, ничего не цепляется за лицо, все очень удобно. Вот. Из минусов, вот этот вот рукав, который вы видели, да, который полностью обдряпался и кончился. Вот он. Он обдряпался и закончился об вот эти липучки. Вот видно здесь, на этой липучке, куски собственного пуха. На этой липучке куски собственного пуха. Здесь, видите, я уже заштопал дырки, которые протерлись от этих же липучек. Ну и вот, везде видно, что, собственно, пух на этой куртке сам от себя. Она вся лезет, ребята, это просто капец. Вот посмотрите, из со всех щелей лезет с нее пух. Несмотря на то, что, повторюсь, она очень теплая. Превратилась она, конечно, вот видно, да, на ваших экранах, в что-то такое бомжовское. Хотя за свою цену, конечно, это не соответствует реальности. Вот здесь вообще отслоился прям кусок. Причем стирка была как положено, то есть без всяких там гиперотжимов, ультраотжимов. Стоит ли покупать эту куртку, решать, конечно, вам.
Но производитель сделал очень глупый ход, конечно. Вот вместо того, чтобы на манжете снизу, где самая марка и самая, так скажем, подверженная износу место, вместо вот этого, этой части, где такое жесткое наружнее, он почему-то сделал мягкое вот сюда. То есть, если поменять вот это вот местами, куртка была бы гораздо прочнее. Ну и в целом, ребят, очень удобная куртка. В одном цвете только я нашел ее в магазине. До сих пор они висят по такой же цене. О, видны мои труселя. Класс. Короче, ставьте дизлайк обязательно этому видео, этой куртке. Разочарование, конечно, полное. Благодарю за просмотр. Джек Вольскин. Поменяйте, конечно, цвет. И учтите все косяки.